Блин. Короче, продолжаем проходить в метро. Да, блядь. Ёбаные щупальца. Так, окей. Все, супер, по звуку все отлично. Так, интересно, тест записи в 2К. В 2К вроде идет нормально все. Ой. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Да, спасибо, конечно. Ага, супер. Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Надо фонарик зарядить. Короче, сейчас найдем, где что можно сделать. Здесь у нас что? Отлично, патроны. Артём, иди-ка глянь. Ой, какой красивый. А что стрелять-то в него? Противогазеты об этом не узнаешь. Ну да, верно, в принципе. Так, а здесь у нас что? Записка, дневничок где-то должны быть. Ебать, опять это горилла. Так, хорошо, идем сюда. Проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Да еб твою душу меть. Так, нейроны и сина. А, да? Ну ладно. Все, супер, проходим здесь. А вот и библиотека, собственно говоря. Сейчас начнется жопа. Блять, он где-то слева дышит. Все-таки проходим аккуратно. Тихо. Ага, и открыть мы не можем эту дверь. Хорошо. Я не помню, библиотекаря вообще можно убить или нет. По-моему, от него единственное, что можно сделать, это съебаться. Вроде как бы. И эту дверь мы не можем открыть. Супер. Замечательно. Так, подожди, а что, кто? Дверь мы не можем открыть. Эту дверь не можем тоже открыть. Я опять чего-то не вижу. Бля, что-то скрипит. А. Нихуя себе, конечно. Отлично. Да, конечно, проходим, ребята. Бля, ебать, конечно, страшные звуки там происходят. Так, не надо кое-что сделать. Где? Не сюда. Да это закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Заходим сюда. Библиотекарь. Опа-на, библиотекарь. Ага. Слушай внимательно. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Угу. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной – тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной –
не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Так. Отходить надо спиной и смотреть ему в глаза, окей. Да где, блядь? Опять демоны. Ебучие демоны. Ага, и патрон нету, заебись. Сука. Пизда, Даниле. Живой? Живой, Данила. Живет пока месть, отлично. Это хорошо. За Данилу можем не переживать. Так, окей, все отлично. Бежим просто дальше. Он все еще жив, Артем. Артем, я должен отнести его в полис. Блять, заборчик. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот, схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только я хочу делать скриншот. Все, супер, я делаю скриншот. А где карта-то? Ладно, нам не дали карту. Нас наебали опять. Это прям уже какая-то база. На эту сторону нельзя залезть? Нет, нельзя. Значит, судя по всему, это надо в обход идти. Блять, минута остается на фильтрах. Отлично, патроны. Так, супер, запомнили, не стреляем. Не убегаем, просто смотрим в глаза и потихоньку отходим назад. Калаш, отлично, патроны калашу. Так, туда, да, туда нельзя попасть. Так, заходим. Заходим. Блять, что мне уже уебало? Ты... Пучий случай этих щупалец. Так, хорошо. А можно мне не идти туда? Там какие-то страшные звуки, если честно. Так, хорошо. Угу. Опять щупальца. Ага. Все, переход в другую локацию. Я супер. Снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Так, окей. Вон раз библиотекарь, нам куда? Нам же явно не сюда. Нам же явно не к нему, его же как-то можно обойти, по идее. По идее, как-то можно обойти. Так, с этой стороны мы не можем обойти. Блять, я думал, на улицу уже выпрыгнуть можно отсюда. Во. Ебать, он, конечно, рычит. Что пиздец. О. Противогаз новый. Хорошо, он убежал. Смотреть надо прямо в глаза и не стрелять. Пока нам не дают пизды. Ебать, он там скачет, конечно. Стрелять смысла нету, убегать тоже. Значит, ползем куда-нибудь.
Хорошо, здесь мы прошли. Так, вот она. Не убегаем, смотрим ему в глаза. Он отвернулся. Окей, он не среагировал. Хорошо. Так, блядь. Ебал я в рот эти страшные звуки, конечно. Рычат со всех сторон, хуй пойми откуда вы. А что у нас дальше? Блядь. Еще и демон летает, охуенно. Так, идем сюда. Блять, ебаный огнетушитель, конечно. А, нет, все-таки убить его можно. Заебись. Мне тоже нравится такой расклад. За мной закрыли дверь. Намекнули то, что дверь за собой надо закрывать. Так, у нас еще 2 минуты есть. Смотрим в глаза ему. Отходим назад. Назад отходим. Давай, 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 давай. Что такое? Вау. Что ты рычишь? Не рычи на меня. Не надо ко мне рычать. Уходи. 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 Все, все. Молодец, хороший мальчик, уходи. Прокатило, окей, хорошо. Хорошо, то есть когда он свет начинает рычать, там нужно съебываться назад. Он нам дает понять, что это его территория. Так, это он опять ходит. А нахуя я доски сломал? Все, 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 все. Все, 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 тихо, 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 тихо. Все, я ухожу. Я ухожу. Ты тоже уходи. Так, ладно, идем дальше. Он убежал. Блять, он прям надо мной, сука. А можно дверь закрыть? Блять, он меня увидел. Все, понял, я ухожу, я ухожу. Ебать, больно-то. Сука. Куда дальше, сюда. А почему он на меня напал? Почему? Ебать! Не надо! Ебать! Надо было это соскриншотить. Ага. Я понял. Блять, тот еще кипишует, бегает. Ага, мы открыли короткий путь. Ебал, дядя!
Ебать, меня сейчас зажмут, что ли? Нет, меня не зажали. Так, ебать, возьму-ка я дробовик на всякий случай. Дверь закрыта, хорошо. Тут что у нас? Тут дверь закрыта. И тут дверь закрыта. Блять, еще демон летает. Хорошо, мы на втором этаже. Так, окей. Что у нас там? Хорошо. По идее, библиотекарь должен гонять демонов, если я не ошибаюсь. Так, здесь мы ничего не можем. Хорошо, идем дальше. Там у нас лаз куда-то есть. Я сейчас слышу его на первом этаже. Поэтому просто съебаемся вот эту вот щелочку. Да? Все, 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 все. Тише, хороший мальчик. Тихо, 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 тихо. Не делаем этого. Все, я ухожу. Я ухожу. Успокойся, Михалыч. Так, что нам надо? Что нам надо? Пройти сюда, допустим. Допустим, идем сюда. Интересно, она заметила или нет? Так, куда мы сейчас ушли? Заметил. Блять, больно так. А, это... Что происходит? А, супер. Пиздец, не супер. Ебать. Второй библиотекарь. Хорошо, мы провалились вниз. И минус библиотекарь. Отлично. Ты с агрессией идешь на меня? Смотрим в глаза ему. Все. А, ты захотел в лифт пройтись? Я тебя понял, мешать я тебе не буду. Мешать тебе себе дороже. И убивать их тоже, я так понимаю, себе дороже. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Да-да. Да-да. Ага, мы в подземном хранилище. Теперь здесь два библиотекаря. Охуенно. Теперь тут два библиотекаря.
Я понял, он ест, его лучше не перебивать. Не, пусть кушает на здоровье. Так, хорошо, мы идем, значит, в тени просто по стелсу. Проходим, смотря ему в глаза, хорошо. Забираем гранаты. Нычку. И уходим просто дальше, туда, где свет фонаря. Блять, локация жуткая, ее неохота реально изучать. Охуеть. И что, это все? Нет, мы всплыли. Ты ко мне идешь? Или нет? Кого он там пытается достать? Я понял, первый этаж принадлежит ему. Первый этаж — это его собственность. Хорошо, ебать, он выглядит как горилла, конечно. Он по факту и есть горилла. Мы так не договаривались вообще-то. Так понимаю, здесь можно было включить свет? Да. Или нет? Хорошо, идем. Так, и здесь не могу пролезть. Сейчас не понял. Значит, мне нужно типа туда. Или типа... Или не типа... А! Теперь я понял. Здесь типа у нас тут, а мы можем пройти и забрать. А можем сразу пойти туда, куда нам надо. Давайте пойдем туда, куда нам надо. Как будто странно не было. Что это, блядь, было? Какой недоброжелательный, конечно. Хорошо, здесь был чекпоинт у нас. Библиотека, конечно, здоровая. Особенно подземка у нее. Хорошо, минус следующий. Просто ползем дальше. Камень ничего не предвещает беды. Так, что это происходит с ним? Там у нас есть проход. Там у нас нет прохода. Так, я так понял, он там бегает, патрулирует. А это его гнездо, да? И у него лучше на дороге не стоять. А я встал. Я еще и застрял. Все, я понял. Я ухожу, не рычи. Их как там, как тараканов там бегают, сука, со всех сторон.
ебучий случай. Хорошо, поднимаемся просто выше. Выше, выше, выше. Это что? Спатик там, конечно, кучами бегает просто до ужаса. Чекпоинт еще один. Да опять, блядь. Ты идешь просто по своим делам или нет? Все, я отхожу. Не рычи. Ты же понимаешь, что ты меня в углу зажал? Ай, блядь! Просто ёбаем тебя. Куда? Сюда, значит. Что, не нравится, да? Хорошо, значит, сюда нам надо было. Какой код? Нам же сюда или не сюда? Сюда? Нет. Может, сюда? Нет. Сюда мы пришли. Ай, блядь! Хорошо, я не понимаю, а что надо? Нам вроде бы сюда. А вроде и нет. Может быть. Может быть. Туда. Ага, вот и архив. Ну да, шуми в библиотеке. Мало что тут библиотекарев. Нам-то чё? D6 совершенно секретно, заебись. На секретных документах так и писать, да? Чтоб просто, если кто-то нашел даже эти документы, чтоб он не задумался, что это секретно. Хорошо, отлично. Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции.
Так, мы все еще в библиотеке, да? Или нет? А, не, мы уже вышли из библиотеки. Ну и куда нам теперь? Библиотека, здрасте. Куда едем, Кенатуалет? Отброшу за 50 патронов. Это кто? Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь храма? Помнишь Хана? Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем сегодня. Мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. До-ту-до. Вот и пройденная библиотека, отлично. Супер, very good. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления... Я не распалась. Посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы наносить еще удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что... Но война еще не закончена. Так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли... В автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомню, дрожь пробирает. Так, ладно. Нам нужно осмотреться. Супер. Можно приобрести оружие. Привет. Володя, очень приятно. Нихуя себе. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Серьезно, так сразу? А что есть? Тут только новейшая техника. Давай вот это вот на замену я хочу. Заменить такой же на такой же коллаж. Коллаж 2012 года. Револьвер. Велопал. То что рельса. Во, крупнокалиберный пулемет, то, что нам нужно. Знал бы ты, как за это приходится платить кровью. Да что именно? Хорошо, мы близки к финалу, получается, игры. Привет, Артём! Привет, а мы знакомы? Да нет. Ладно, руби дальше. Собственно говоря. И сделаем вот так на минутку.
И сделаем вот так. Та-та-та-та. Библиотеку мы довольно-таки быстро прошли. Так. Так, еще раз. А что не так? Хорошо. Ай, ё-моё. Проходим дальше. Идем дальше. О, это Хан. И дневник. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Привет, привет. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Да и мне пора. Еще встретимся. Так, тап по заметкам, что у нас? В архивах я не нашел записку. И в книгохранилище тоже не нашел записку. Блять, грустно. Хан, я всем обязан ему. Если бы не он, я бы остался бы гнить в туннеле. С аномалиями. Я бы никогда не добрался до библиотеки, если бы не он. Мельник даже не стал бы меня слушать. Я не знаю толком, кто это человек. Да и человек ли он. Да, в путь он меня отправил, Хантер. Но ведь меня по этому пути Хан. Но ведет меня по этому пути Хан. Странно, но и бойцы Мельника, для которых, кажется, нет других авторитетов, кроме их несгибаемого полковника, прислушались к бродячему философу. И верят ему. У него есть какая-то власть над человеческими душами. Хотел бы я встретиться с ним еще раз. Слишком много у меня вопросов, которых больше некому задать. Так, хорошо, я так понимаю, нам к полковнику надо идти. Давайте тогда и пойдем к полковнику. Что там? Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Блять, я так не привыкну к его новому виду. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Ебать. Володя. Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Ну, пойдемте. Я смотрю, Хан нам что-то еще хочет сказать. Ну что ж. Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. А сюда можно зайти вообще или нет? Нет, нельзя. Ну ладно, прощай. Я думал, он скажет что-то новое хотя бы. Горилла. Так, ладно, окей, я думаю, здесь что-то спрячет. Хотя бы записку какую-нибудь.
Я не пойму, у него руки грязные или в перчатках он просто? Это подвалы старого храма. Вагон до старого храма, охуенно. Забираемся. Темный тоннель. Отправляемся в путь. К смерти. Так начался наш путь. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми. Опять аномалия. Еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. А почему на них не подействовало? Может, предупредить их? Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Опять приход. А, да, он в перчатках все-таки. Хорошо, верим, продолжаем идти. Увидеть солнце, чтобы дышать. Артём! Иди вперед. Так там обрыв же. Очнись, Артём. Очнись. Продолжай идти. Не останавливайся. Вот наёбка. Артём! 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 И чё, мы сдохли? А, не, супер. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Чёрт, у меня от этого места мурашки. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Подожди, так кто-то это специально сделал? Стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом... Понял, заряжаем до максимума. ...врубить выключатель, понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей. Это черные? Нет, это не черные. Упыри. Просто упыри. Нормально, никто сегодня не сдохнет. Будем спасать всех. Тихо. Жарим. Они так уязвимы, как ню, что ли? Ой, бать, убить 100 упырей. Нихуя себе, я их убил уже, оказывается. Я не думал даже, что их 50 убил. Туда за 100 дают. Надо качать. Качаем. Если получаем, ждем. Так, давай, ждем. Качаем. Оно приближается! Кто оно, блядь? Черт! Скорее! Аномалия совсем рядом! А мне-то что надо делать? Получилось! Готово! Ворота открываются! Давай! Так, ебать! Сука! Не заводится! Она не заводится! Так просто, может, побежим? Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда!
Нормально, едем. Едем. Она взорвалась? Взорвалась. Получилось! Не хотел бы там оказаться. Там проходик есть. Там был проход. Угу. Ладно, собрались. Впереди еще долгий путь. В Т6 сюда. Давайте огнемет все-таки оставим. Это еще что? Черт. Заберем свой пулемет. Дома. О, ебать, это дробовик. Давай посмотрим, что там. Охуенно. Тогда огнемет тоже заберем. О, вот и записочка. Так, заметка, блять. В храме пропустили еще одну заметку. Мои странные сны продолжаются. Теперь я не уверен даже, что это просто сны. Раньше такого со мной не случалось, скорее видение. И они становятся ярче и все отчетливее. Теперь остаются в моей голове после того, как я пробуждаюсь. Но я так и не могу разобраться в том, что это значит. Однако всякий раз я просыпаюсь с одним тяжелым ощущением. Это предчувствие беды. Предчувствие катастрофы, в которой и буду виноват я. Так, минуточку перерыва.